Омские активисты могут создать прецедент и стать инициаторами закрытия частных дельфинариев в стране. Передвижные зверинцы гастролируют по разным городам, от продаж билетов собирают внушительные суммы. Однако животных перевозят и содержат в условиях, которые вызывают большие вопросы. Хотя бы уже потому, что нормы правил, которых должны придерживаться циркачи-частники, в России в принципе не существует. Между тем, по всему миру частные дельфинарии запрещены, исключение только 4 страны, в их числе и наша. К слову, не так давно, чтобы привлечь внимание к проблеме жестокого обращения с дикими животными, в Россию приезжала известная киноспасательница, голливудская актриса Памела Андерсон. Удастся ли остановить процветание частных дельфинариев? Репортаж Юлии Кавыршиной. Наталья Шелест – одна из первых в Омске, забила тревогу и всеми силами пытается прекратить гастроли дельфинариев по стране. Проблема жестокого обращения с млекопитающими в частных цирках девушка занимается не первый год. И на представление в Омске пошла, чтобы снять на камеру хоть часть того, что остается за кадром. На этом видео дрессировщик почему-то кормит рыбой только одного дельфина, умышленно заставляя другого нервничать. Впрочем, метод голодной дрессуры, по словам Натальи, лишь малая часть лишений, которые вынуждены терпеть дельфины. Тесные бассейны и вода, которая не отвечает нормам. Вряд ли в нее добавляют морскую соль и уж тем более регулярно меняют. Это, кстати, должно насторожить даже тех, кого, быть может, мало беспокоят сами животные, но тревожит собственное здоровье и здоровье детей. Предоставляется услуга плавания с дельфинами. В этом маленьком бассейне, в котором находятся два дельфина, фалины и полярный кит, извините, физиология у животных у всех одинакова, они испражняются в этот бассейн. И дети, которые купаются или хотят там исполнить свою мечту, не исключено, что можно подцепить любую кишечную инфекцию, скажем так. Волна возмущения работой передвижных дельфинариев прокатилась по всей стране. Самый громкий скандал совсем недавно произошел в Воронеже. Местные жители встали на защиту полярных китов. Двух белуг циркачи-бизнесмены держали в контейнерах прямо в фуре. Дело вызвало огромный общественный резонанс. Дельфинарием занимаются надзорные органы, однако животные погибли. Вообще жизнь дельфинов в неволе укорачивается в несколько раз. В природе эти красивые и невероятно умные млекопитающие живут и до полувека, в передвижных зверинцах не больше 5 лет. Многие и вовсе погибают еще во время отлова. Все артисты, в кавычках, занесены в Красную книгу Российской Федерации. Жестокие отловы, при которых разрушаются семьи, а у дельфинов и у всех остальных морских млекопитающих очень тесные семейные связи. Это такой стресс для них, что не все выживают даже во время отлова, и не все поддаются дрессуре. И что происходит с этими животными, конечно, остается за кадром. Но нам предоставляют только ту картинку, которую мы можем наблюдать. Вот такой! Мой поделочный золотой! 13-летний морской лев по кличке Герман родился и вырос в цирке. По соседству живет его 11-летняя сестра Ика. У каждого свой отдельный бассейн с морской солью. На двоих в день им дают не меньше 50 килограммов разнообразной рыбы. За животными постоянно наблюдают врачи и дрессировщики. Гайне Мартиросян выступает с морскими львами на арене цирка вот уже 10 лет. На методы работы своих коллег из частного дельфинария реагируют бурно. Вообще-то ужасно. Они двое рядом стоят. Подожди, если бы двое детей было, одному даешь конфетки, а другому нет, другому вот этого хочется. Ну что тут греха таить, как бы и в цирке люди бывают разные, дрессировщики, да, работают, и даже родители бывают разные. Кто-то к своим детям относится так, кто-то по-другому, и я просто единственное, что, как мне кажется, что вот на вот эти частные шапито, дельфинарии и все остальное нужно вот как-то больше внимания уделять городским властям. То есть, может быть, это какие-то зооветстанции, там, чтобы контролировали, что происходит, как содержится. Интересно, что ни в одном государственном цирке дельфинов нет. И дело как раз в их содержании. Слишком сложно создать этим животным необходимые условия в неволе. С теми же морскими львами, которые наполовину сухопутные, проще. А частные дельфинарии, которые запрещены по всему миру, процветают лишь в 4 странах – России, Казахстане, Беларуси и Индонезии. Омские активисты обратились в ветеринарный надзор. Однако проверяющие органы разводят руками. В принципе, нормативных правовых актов по содержанию таких животных нет, им ничего не грозит. Если бы были нормативные какие-то документы, касающиеся содержания животных в неволе, там дельфинов, белуг или морских, северных морских котиков, то можно было бы посмотреть.
Активисты составили петицию о запрете дельфинариев, собирают подписи и просят имичей хорошо подумать перед тем, как покупать билет на разрекламированное шоу с дельфинами. Ведь спрос рождает предложение. И если люди не будут ходить на подобные представления, то передвижные зверинцы просто перестанут существовать. Юлия Ковыршина, Елена Смирнова и Павел Манжос. 12 канал.